Здравствуйте, вот сам телефон, на экране у него пленка по состоянию. По корпусу сразу покажу все. Камеры. Из дефектов сразу скажу, почему ценник такой. Это потому, что, видите, экран чуть отходит. С верхней части. На работу это, соответственно, никак не влияет. Просто такой дефект. Трутон есть. Яркость регулируется. Pro Max, американец, 128. Батарейка у него 100%. То есть, в остальном все по функционалу, все у него отлично, то есть без нареканий, клауда нет, ничего нет. В комплекте коробка, чехол. Вот. Из дефектов, вот я вам показывал. Видите, нажимаю чуть-чуть. На экран. В остальном, то есть, все хорошо. По экрану сейчас также покажу, что все работает. То есть, вот. И края. И все. Проводим. Все это, пожалуйста, без проблем. Без нареканий, верхние углы тоже все работают.